Всем привет! Привет! Мы начинаем наш новый влог. Мы сейчас приехали с Насюшкой к врачу. Ей не легче, становится хуже, температура не падает. Вот, поэтому мы приехали к нашему врачу детскому. Да. И мама hat mir auch erzählt, dass ihr in den Kommentaren geschrieben habt, mir gute Besserung. Und ich bedanke mich sehr dafür und das hat mich richtig gefreut. И Ванесочка высказывает вам свою благодарность за то, что вы ей желали скорейшего выздоровления. Она говорит, что я ей прочитала комментарии, и она очень порадовалась вашим пожеланиям и вас вот сердечно благодарит за ваши пожелания для нее. Мы сейчас находимся в комнатке номер 5. Покажу вам ее немножечко. Не знаю, показывала я ее уже или нет, но вот покажу. Здесь висит на дверях информация, такой информационный календарь для аллергиков. На какие растения, в каком месяце будет аллергия. Здесь можно вот сделать с ребенком, проверить глазки. Здесь различная информация, сертификаты, игрушки. Здесь тоже все про аллергию. Здесь стол врача находится, весы для маленьких бебичек. Здесь уголок гигиены. Насюша наша. И здесь кушеточка для деток, для пациентов. Вот так выглядит кабинет. Здесь вот лампа, кондиционер, ну, в общем, как, наверное, и везде, во всех праксисах Ростомир, игрушки. А там ресепшн с этой стороны, можно зайти в этот кабинет со стороны ресепшена и со стороны коридора. А вот мы будем ждать врача и... Потом я вам расскажу, что нам сказали. Мы с Ванесочкой уже приехали домой. Ванесочка уже легла в постель. Она себя неважно чувствует. И ее прослушали, посмотрели. Слава богу, у нас ничего такого тяжелого, сложного нету. Сейчас очень сильная у нас гриппальная инфекция, поэтому вот у нее такие осложнения. Но легкие, бронхи, все в хорошем состоянии, все чистенькое, поэтому поставили нам диагноз как гриппальная инфекция. Нам выписали освобождение вот здесь 7 февраля до 15. Ванесочка уже с четверга дома. Если кто смотрел предыдущие видео, я с Мелиссой и Джалисой ездила кататься на каток и говорила там, что Ванесочка и Артур, они болеют. Вот она уже с четверга дома, и до конца этой недели она не будет посещать школу. Также нам еще выписали рецепт, выписали от кашля сок. Это он называется капвал, он такой очень горький, но очень хорошо помогает останавливать кашель. И еще мы с Ванесочкой заехали в магазин. Ванесочке захотелось фруктов, и мне еще кое-что нужно было купить, поэтому мы заехали. Сейчас вам курс покажу коротко, что мы купили. Купили мы вот такой виноград, он без косточек, 500 грамм, и стоит он €79. Бананы, сейчас скажу, сколько они завесили у нас. Бананы 99 центов килограмм, а у нас завесило на €4. Затем я купила 500 грамм лимончиков, они завесили на €29. Кабачки, цукини, они стоят €19 2 штучки.
Малинка 125 грамм, стоит евро 39. Черника тоже 125 грамм, стоит 88 центов. Она была в оценке. Купила вот такую курочку, килограмм 200 здесь, и стоит она 2,99. Это я сварю завтра для Ванесочки, ну и для нас, для всех, куриный немецкий супчик. Он такой на бульончике и немножечко лапшички. Где-то у меня уже видео есть, я уже готовила, показывала его. Вот сварю, он хорошо поддерживающий такой. И Ванесочка его очень любит. И у нас скоро День Святого Валентина, через 2 дня. И вот здесь я купила на завтрак вот такие тотарелла. Это как моцарелла в виде сердечек. Они стоят... Сейчас, минуточку. Евро 29, 150 грамм. Еще я купила ананас, Ванесочка тоже захотела, евро 69. Вот такое малиновое варенье тоже с сердечком. Видно, что это на День Святого Валентина. Стоит евро 29. И вот такое печенье. Здесь 500 грамм. Вот здесь написано: «Хорошо, что ты у меня есть», и оно стоит... 2,99. Я сейчас покажу, переверну. Оно здесь разных сортов. Вот такие шокоталя с белым шоколадом. И сверху немножечко горьким шоколадом вот покрыто. Потом кокофлё. Здесь тоже кокосовые, стружка и покрыта шоколадом. Неаполитано, вафелька. Здесь, не знаю, как правильно читается, накёла, наверное. А здесь с фундуковым кремом печенье. Вот это Sonnenkek, солнечное печенье. Интересное название. Покрыто шоколадом горьким. Шокоталя, тоже печенье покрыто шоколадом. Здесь вот как наподобие вот этого, только здесь с лошадкой еще. Белый и горький шоколад. Здесь кофейная палочка. Вот это чокис, это тоже... такое рыхлое печенье с молочным и горьким шоколадом. Здесь карамельное сердечко. Это такая кексовая палочка с белым шоколадом. И Донофольмильч. Это тоже печенька с молочным и снежным молочным шоколадом. И с... декорациями из горького шоколада. Вот такое печенье нам на праздник. И за всю вот эту закупочку я отдала 17 евро 83 цента. И сейчас я еще хочу показать. Меня как-то спрашивали. Я хочу показать рекламу, которая будет у нас вот в предстоящую неделю, то есть в эту неделю и еще в следующую. Вот у нас здесь сразу видны цены, что будет, на какую тематику. Вот, например, жаккардовое постельное белье 29,99. Сейчас мы откроем, там дальше будет в рекламе. Вот здесь такие пакетики по 59 центов. Я думаю, что все их знают, не надо объяснять, что это такое. Вот овощи, фрукты, брецели. Здесь цены тоже видны. Фарш говяжий. Кордон блю свиной 2,79. Вот здесь уже вещи, вот такие
Штаны будут по 9,99. Вот такие вязаные. Мантели будут по тоже 9,99. Вот такая блузочка. Туника 7,99. Люб шали будут по 5 евро. 4,99. Нижнее белье. Вот цена. Зубные щетки электрические, к ним насадки, здесь средства гигиены, здесь все для зубов, различные нитки, здесь косметика от Нивеи, тоже душ-гель. Вот расчесочки будут по 4 евро. Можно купить вот такую систему душевую за 80 евро. Различные полочки. Халат банный 9,99. Полотенце 6,99. Разные вешалочки для полотенец. Здесь фен, краны, это моющее средство для туалета и для белья, порошок. Вот здесь тоже для унитаза, ёршики и крепители для туалетной бумаги, разные таблетки. Вот здесь. Вот это белье жаккардовое постельное, что я говорила, 30 евро. Здесь 135 на 200 размер. Ну и наволочка, как обычно, 80 на 80. Вот здесь такие две в наборчике будут две наволочки на размер 40 на 80 по 8 евро, 7,99. Вот это простыни. Вот здесь тоже размеры стоят. 90-100 на 200, 9,99. Одна простынь и для матраса высотой 30 сантиметров. Вот такие косметички 9,99. полотенечки различного цвета 9,99. Это одно полотенце большое 70 на 140 в эту цену, или два полотенца 50 на 100. Затем вот такой плед 19,99, пуфики, вот такие записные книжки, подушки, вот такие подушки, свечи различные. Здесь уже все на День Святого Валентина, цветочки, букетики, даже вот суши. Упаковочка в стиле сердечко. Здесь все для того, чтобы гладить белье, для ухаживания за одеждой, различные боксы для упаковки, ножницы, зажигалки. Здесь для мытья окон различные салфетки. Здесь фритерница, гриль. В общем, разные-разные принадлежности. Здесь продукты немножечко. В общем, все, что будет на скидках. Здесь можно увидеть. Здесь тоже различные продукты. Здесь уже все на праздник, на фашинг, наверное. Различные сладости. Тоже шоколад, яблочное пюре, орешки и розочки будут вот такие розовые и красные по 99 центов. И, наверное, уже тогда пробегусь сразу же на следующую неделю, что будет. Быстренько пробежимся. Вот такой душ-гель, тоже фарш. Вот продукты, на которые будет скидочка.
€79 тюльпанчики. Здесь мужская одежда. Такие полуверы. Здесь тоже. Это магазин Aldi. Это все будет в магазине Aldi. Опять гладильная система. Все для уборки. Различные полотенца, различные мочалочки, пылесос, различные средства чистящие, моющие. Здесь все для спорта. Различные гереты, ой, забыла. Тренировочные всякие, в общем, вы видели. Забыла слово, выскочила. Здесь все для малышей, памперсы, различные салфеточки, пижамы, нижнее белье. Здесь для тех, кто любит рисовать, это Ванесочкина тема. Это здесь для нее все. Здесь вот различные лампы, перчатки, всякие станки, измерители. Здесь тоже еда, снаки. Мясо, это все еда, все, что касается еды. Здесь вина, может быть, кому-то интересно, соки, цены. Вот. Вот такие будут у нас продукты. Следующую и еще одну неделю позже. Вот это была наша закупочка. И буду заканчивать на этом наш влог. Всем желаю хорошего, насыщенного, светлого, доброго дня. И до новых видео. Пока!